Подобными наградами отмечены десятки сочинцев. Теперь среди них и Влада Колыханова, заведующая пищеблоком казачьей школы номер 10. Грамоту за проявленный профессионализм и оказание практической помощи при организации проведения неотложных и следственных действий по факту крушения самолета Ту-154 в акватории Черного моря ей вручил руководитель следственного отдела по городу Сочи. Владимир Терентьев отметил, что эта награда – знак признательности тем людям, которые, несмотря на трудности, сложные погодные условия и в целом тяжелый морально-психологический климат, обеспечивали спасателям и следствию бесперебойную работу на месте происшествия.